Тульский «Арсенал» за тур до окончания первенства ФНЛ вышел в премьер-лигу. В 37-м туре подопечные Дмитрия Ленчева на выезде со счетом 1-0 выиграли у досрочного победителя турнира Саранской Мордовии и обеспечили себе второе место, дающее право на прямую путевку в РФПЛ. В начале встречи немного активнее были хозяева, но канониры достаточно быстро освоились на искусственном поле Саранского стадиона и постепенно прибрали нити игры к своим ногам. На 14-й минуте тулики получили право на пенальти. Голкипер хозяев сбил Александра Кутьина при входе в штрафную, получил желтую карточку, а жесткий приговор пушечным выстрелом в девятку в исполнение привел сам пострадавший. До конца первого тайма соперники имели по одному неплохому моменту, при этом арсенальцы могли привести себе гол сами из-за несогласованных действий Ивана Лозенкова и Александра Филимонова. После перерыва команда обменялись опасными штрафными, которые цели не достигли. На 63-й минуте прекрасный шанс был у Сергея Маслова, но саранцев выручил голкипер. Последние минуты прошли в атаках хозяев, но тулики выстояли и впервые в своей истории вышли в высший дивизион отечественного футбола. 15 мая в заключительном матче сезона «Арсенал» примет питерское «Динамо». Начало встречи в 19 часов, билеты уже в продаже.